С понедельника, 14 ноября, в Гагарской центральной районной больнице начинается кампания по вакцинации всего населения от вируса гриппа. Вакцинация будет осуществлена по всей территории Гагарского района, в том числе в детских садах и школах. Насколько данная вакцина эффективна и каков срок ее действия, в интервью нашей программе рассказала врач-инфекционист Гагарской центральной районной больницы Людмила Жиманова. Приведена вакцина, которая является современной вакциной, усиленной полиоксидонием. Это иммуномодулятор нового поколения, которая предохраняет население от гриппа и других ОРВИ. Эффект от вакцины наступает через 8, максимум 12 дней и длится он до 1 года. Вакцинации подлежат дети от 6 месяцев и взрослое население без ограничения возраста. Вакцина вводится однократно, она расфасована в стерильные одноразовые шприцы, вводится однократно, внутримышечно или глубоко подкожно. Как правило, осложнений от введения этой вакцины не наблюдалось. Мы призываем все население прийти, привиться от гриппа, потому что мы знаем, что это очень тяжелое заболевание, которое имеет очень много осложнений. В прошлом году погибло 4 человека от гриппа и его последствий. Что же такое грипп? Грипп – это тяжелое, острое респираторное заболевание, которое характеризуется высокой лихорадкой, интоксикацией, головной болью, развитием осложнений, таких как бронхит и пневмонии, развитием инфекционно-токсического шока и других осложнений. Передается, как правило, от больного человека к здоровому через чихание, через кашель, через рукопожатие. Больной человек опасен для здорового в течение всего периода заболевания, от инкубационного периода до выздоровления. Заболевание начинается с высокой температуры. Температура может достигать 39-41 градуса. Начало заболевания внезапное. Больные даже могут отметить час, когда они заболели. Начинается чихание, першение за грудиной, головная боль, боль в глазных яблоках, боль в мышцах суставов, озноб, холодный пот. Если не лечить это заболевание, могут развиваться такие осложнения, как со стороны дыхательной системы, острые бронхиты, бронхиолиты, пневмонии, со стороны сердечно-сосудистой недостаточности, миокардиты и другие заболевания вплоть до сердечной недостаточности, тяжелые нефриты, пиелонефриты, заболевания лор-органов, гаймориты, синуситы, отиты и так далее. Самым тяжелым грозным осложнением является менингоэнцефалиты и инфекционно-токсический шок. Больной может погибнуть в течение некоторых часов. Если вы заметили первые признаки гриппа у себя или у своих близких, необходимо уложить больного в постель, в изолированную комнату, дать ему теплое питье, дать ему жаропонижающие средства, такие как парацетамол, нурофен, но ни в коем случае не аспирин, который вызывает кровотечение, и обратиться к врачу, вызвать врача, потому что лечение может назначить только врач. Сейчас современных препаратов очень много, но диагностировать грипп и ОРВИ очень сложно. Поэтому мы вас призываем всех прийти на вакцинацию против гриппа. Прививка совершенно бесплатная. Осложнений она не дает. Еще раз хочу напомнить, что она усилена таким иммуномодулятором, как полиоксидоний, и, как правило, она не вызывает никаких осложнений. И вы будете уверены, что через 7, максимум 12 дней ваш организм приобретет иммунитет и будет на целый год защищен от заболевания гриппа. Будьте здоровы, не болейте.